такие сборы существенно сокращают доходы. И благодаря Coin и дочерней компании Free Trade Barter все комиссии за работу, можно сказать, уйдут. Единственный налоговый сбор – это годовой, но за него предоставляется доступ к сети для свободной торговли. Это все экономит не только средства, но и время. Как видите, ICO закончится через 67 дней. Советую ознакомиться с white paper, и там уже для себя будете принимать решение, участвовать вам в данном проекте, либо нет, если он вам понравится. Но сейчас, в данный момент, например, можно приобрести токены с 40% бонусом. То есть, если вас заинтересовал данный проект, то не упускайте возможность и, соответственно, приобрести, можно сказать, токенов в плюс себе. Значит, вот как я и говорил, у большинства платформ достигает 13%, от 10 до 13% налогового сбора, а здесь, соответственно, этой площадке 0%. Плюсом также является полный контроль. Независимо от того, что потребитель ли вы или производитель, вы всегда контролируете свою учетную запись и баланс на ней. Благодаря децентрализации Coin делает легким ведение бизнеса и предоставляет доступ к мировой базе данных. Тоже можно сказать и о проведении транзакций, которые контролируются не платформами, а смарт-контрактами. Соответственно, безопасность. Ну, безопасность, все понятно, все это на блокчейне делается, поэтому тут все просто. Транзакции. Ввиду того, что при проведении транзакции посредник такой, как таковой, может быть, отсутствует. Переводы могут проходить практически мгновенно. I just wanna be the one you love.